Хочу тебе что-то рассказать, но не знаю как и с чего начать. На самом деле мне дико лень. Давайте лучше расскажу, как прошел мой день. С утра до поздней ночи сидел я в интернете. Зачем мне что-то делать на этом глупом свете? Я ненавижу школу, не делаю домашку. Никогда я не носил галстук и рубашку. Просыпаться рано не хочу, не-а. К первому уроку не спешу, свою вину как-нибудь искуплю, ага. А сейчас я еще чуть-чуть посплю. Говорят, мол, в жизни мне никем не стать. Чё? Никуда ты не поступишь, ничего не будешь знать. Работать будешь дворником, улицы подметать. Да заткнитесь уже, мне плевать. Осуждает меня вся семья, порицают меня учителя. Каждый день твердят одно и то же. Ну сколько можно, а? Ну сколько можно? Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, два раза отожмусь. Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, завтра застрелюсь. Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, болит моя голова. Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, отвалите от меня. День за днем, за годом год, а я все на месте. Зачем идти вперед? Зачем идти работать? Зачем херней страдать? Лучше купить пивас, уютно полежать. За свою жизнь я понял лишь одно: читать книги точно не мое, не мое. Ведь я для высшей цели на земле. Ха, ну да. Совсем забыл пельмешки на сковороде. Что-то утомился, перетрудился. Надо пойти немножечко поспать. Хотя нет, зачем время терять? Пойду-ка лучше в дотку до утра играть. Осуждает меня вся семья, порицают меня учителя. Каждый день твердят одно и то же. Ну сколько можно, а? Ну сколько можно? Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, два раза отожмусь. Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, завтра застрелюсь. Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, болит моя голова. Да я лентяй, ничего я не добьюсь. Бла-бла-бла, отвалите от меня.